Красивые реки, чистые берега. Парк Харинка готовится к купальному сезону. Привести пляж и прилегающую лесополосу в порядок, а также убрать мусор, вызвались сотрудники МЧС. Цель этой акции – подготовить берега наших водоемов к проведению купального сезона, чтобы отдыхающие, то есть это помощь администрациям муниципальных образований, чтобы отдыхающие наши жители, гости городов чувствовали себя на водных объектах уютно, чтобы было приятно отдыхать. Убирали не только береговую линию. К субботнику привлекли водолазов. Чтобы отдыхающие случайно не поранились, специалисты проводят более часа под водой, буквально на ощупь разыскивая и устраняя опасность. У нас стоит задача проверить акваторию на наличие посторонних предметов. Бревен, осколков стекла, консервных баллов, бутылок, и все остальное, что могло тут накопиться за сезон, за зимний. Купальный сезон официально открывается только с 1 июня, но на пляже уже можно заметить отдыхающих. Многие приходят сюда с самого утра, закаляются и загорают. Я уже купаюсь недели две, вода теплая, так что каждый день пробежечку с утра делаешь и купаюсь. И специалисты, и отдыхающие отмечают, с каждым годом берег и водное пространство становятся чище. И это не только благодаря субботникам. Сами ивановцы стали более ответственными. Доносят мусор до контейнера или стараются вовсе ничего не оставлять за собой после пребывания на пляже. У нас всегда все чисто. Мы не мусорим с собой, не носим. Я считаю, кто приходит на пляж и кушает, это больные люди. Потому что на пляже надо плавать, загорать, немножко зарядочку делать. А приходят бутербродов, там, кастрюли и едят, как вот такие тюлени. Парк Харинка был последним в числе мест отдыха, которые следовало подготовить к купальному сезону в нашем городе. Теперь ивановцы смело могут отдыхать. Но помнить, экология – дело рук каждого. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.